Михаил Саакашвили, по мнению вот, задающего вопрос, самодур, арестовал каких-то людей, издевается над ними, там, больного диабетом доводит до инфаркта. Что ты по этому поводу думаешь? А то думаю, что, во-первых, Грузия не Россия, и президент там лично никого арестовать не может, это раз. Во-вторых, вопрошающему хочу напомнить, что в Израиле уже 1/5 наших с вами соотечественников. И если они назовутся бизнесменами, это не значит, что они не жулики и не воры. И если таковые особи попытались что-то провести в Грузию, там наркотики или что-то абсолютно незаконное, или спутались с российскими спецслужбами, а между прочим, наши бывшие соотечественники там деньги собирают прямо в Израиле на памятник Красной Армии. Учтите, вот это очень занятно. И 9 мая отмечают. Поэтому я думаю, что здесь не надо заниматься Саакашвили, а надо рассмотреть суть претензий правоохранительных органов Грузии к данным бизнесменам. Дорогие друзья, главное, что сделано в Грузии, это абсолютно независимая правоохранительная система, абсолютно неподкупная. Среди гаишников я был удивлен, когда узнал эту цифру. Вот сегодня, когда нет уже взяток, невозможно дать взятку, тем не менее от работы отстраняются в неделю по 10 человек. И некоторые из них оказываются в тюрьме. Это независимая правоохранительная система. В этих условиях от Михаила Саакашвили ничего не зависит. Так же, как мало что зависит от президента Соединенных Штатов, там, в случае с ДСК или в каком-то другом случае. С Бутом, например. Да, или с Бутом. Это независимая правоохранительная система. Пытаться вот таким способом, значит, помочь им, это смешно. Решать, переводить это в плоскость политическую. Это тот случай, когда правоохранительная система невиновного не накажет с очень большой степенью вероятности, а виновного или того, кто считает, что Грузия это страна, где коррупция нормальное явление, накажет, потому что Грузия изменилась.